Здравствуйте, товарищи. Начинается главное приключение этого лета для меня. Разведка пешеходного маршрута через перевал Дятлова на Лозьву. В верховье Лозьвы не описаны, информации нет, поэтому будем смотреть. Приехали сейчас в Ивдель. Предстоит долгая заброска туда. Приехали одни из первых, сейчас конец июня, воды еще много, но вроде как должны проехать. Маршрут этот является самым северным на Большой Уральской тропе, при этом как пешая часть оттуда начинается, самая северная точка на текущий момент, это перевал Дятлова, так и водная часть Большой Уральской тропы также начинается с перевала Дятлова, по сути, то есть верховьев Лозьвы. Вот, мы постараемся объединить эти отрезки, пешие с одной стороны, с другой стороны водные, как раз единым маршрутом. Одна из ключевых целей – посмотреть, насколько проходимы верховья Лозьвы для сплава на Покрафта. Так, ну, в общем, меньше слов, больше дела. Садимся в машину и поехали. Время уже 3 часа ночи. Все. Доехали до реки Ауспии. Здесь заканчивается автомобильная часть и начинается пешая часть. Вдоль речки идет как раз та тропа, по которой поднимаются большинство сейчас туристов. Ну и здесь же поднимались на перевал дятловцы в далеком 59-м году. Тронулись. Стартовый вес рюкзаков 30-35 килограмм, в принципе, нормальный вес для пешеходного похода, особенно если есть снасти и видео фототехника, даже может до 40 доходить. Вот, вроде нормально, но с непривычки, конечно, чувствуется. Шло болото, привычное чавканье. Нормальное такое болото. Тут только в сапогах. Оп, маленький поскакал. Так, тропа выходит к речке. Впервые после старта. Да, здесь ямка хорюзовая. По-любому. Прошли 7 километров. Скорость 1 километр в час примерно. Втягиваемся. Даже вот немножко разделились. Идем сегодня до Каски, это 11 километров от старта. Дойдем примерно часов 5 туда. В принципе, вот стоянки есть, да? Не обязательно до Каски. Пришли. Стоянка находится у слияния ручья и Ауспии. А вот, собственно говоря, сама Каска.
Но это уже не та, наверное, каска, которая изначально здесь была. Ее потом, по-моему, повесили. Вот, мусор оставил. Подошел к концу первый день нашего похода. Есть несколько интересных наблюдений, даже, можно сказать, выводов. По итогу первое, наверное, наблюдение – это то, что скорость движения с тяжелым рюкзаком даже по такой неплохой тропе, где-то от километра до полтора километра в час, вот, потому что требуются остановки, сама скорость не очень высокая. Второе, очень удобно идти в сапогах, в резиновых, либо в вейдерсах, так как не нужно обходить лужи и тратить на это силы. То есть можно те лужи, которые здесь есть, встречаются, прям проходить насквозь, и это экономит и время, и силы. И третье, наверное, может быть, кому-то полезно будет, там, где самая такая болотистая часть внизу, его нужно проходить левее, прям так, как обозначено на OSM-картах, в навигаторах MapsMe, Osmand. Вот именно там. Там болотистый участок всего 100-150 метров. Вот. А есть вариант еще уходить по тропе на север. Но эта тропа, во-первых, делает очень большую петлю. Во-вторых, эта тропа все равно в какой-то мере там потом уходит в болото. То есть вот тот вариант, который натоптали севернее с петлей, он плохой. Надо проходить насквозь, напрямую, и там всего 100-150 метров такой болотистый участок. Стартуем второй день, второй участок. Идем до стоянки Ложка-Вилка, до которой 8 километров с половиной. Там где-то в районе будем обедать. Перед стоянкой, которая Ложка-Вилка, есть длинный заболоченный участок. Нужно учитывать, наверное, километра два точно. Ну, когда сухое лето, будет здесь нормально. А сейчас вот ранним летом потяжелее, чем в других местах. Вон она, уже видно стоянку. Ух. Пиццу можно заказать. Кто-то что-то не притащит. Позвони маме. Вот еще ложка. Дошли до стоянки Вилка-Ложка. Тут уже даже не одна Вилка-Ложка, а несколько наборов. Стоянка сама небольшая, но ниже нее есть поляны для того, чтобы стать лагерем. Переход получился непростой. Тут всего километров 9-10. Но один из таких тоже наблюдений. Нужно добавлять 20-30%, потому что тропа по карте идет более-менее прямо, но а ты ее постоянно огибаешь, где-то уходишь вправо-влево. И последний вот участок наверху болотистый, километра 2-3. Мы его шли, по сути, 2 часа. Поляна находится еще в лесу, но вот уже в километре будет граница леса. И вокруг здесь находятся отроги основного хребта со снежниками. Ауспия идет в глубине этих отрогов, начинается. И мы сейчас через некоторое время уже будем подниматься на перевал. Thank you.
О, какая красота! Не таскайте с собой 40-килограммовый рюкзак. Да я говорю, чтоб никто не повторял наших ошибок. Тяжело, но красиво. Вот поэтому и перевал, потому что там уже долина Лозева. Пошли налегке, без рюкзака, дойдем до места, где стояла палатка. И я вам скажу, что без рюкзака как-то совсем по-другому. Вот правильный рюкзак. А, вот. Да, вот правильный рюкзак. Это впереди Халатчахль. Но мы туда не успеем сегодня. Время уже 8, надо сваливаться. Скоро дождь пойдет. Да, кстати, насчет дождя нам в этот раз не очень повезло. Сегодня начинается ночью дождь. И по прогнозам он будет идти как раз всю неделю, пока мы будем проходить водную часть маршрута. Причем вторник очень интенсивные дожди до 40-50 миллиметров осадков. Это сильно, видимо, уровень воды повысит. Не факт, что нас заберут на машинах, потому что реки выйдут из берегов. И даже Урал может не пройти. Вот оно. Это здесь стояла у них палатка. Тут, конечно, никакой лавины не могло быть. Дошли до того места, где стояла палатка дятловцев. Склон есть, но не сказать, чтобы он слишком большой. Градусов, наверное, 30. Ну и, соответственно, очень большой вопрос, как здесь могла оказаться лавина. При том, что склон короткий. И, скорее всего, здесь, ну, наветренный, скорее всего, здесь такие были очень плотные надувы, которые тяжело пошевелить. Вот, ну и в целом, если говорить про версии, то кажется, что если бы это была лавина, как звучит официальная версия, то им смысла не было убегать от палатки далеко. Тем более, что они все выбрались. Ну, то есть, например, сходит лавина, ты выбираешься из палатки, в чем было, в принципе, осматриваешься. Ну, вот она, палатка стоит, лавина, она сошла уже, больше-то не будет. Откопался и начал дальше ночевать. А они зачем-то, в чем было, побежали вниз. Непонятно. И потом при этом стали возвращаться, где и замерзли 3 человека на обратном пути. Поэтому, скорее всего, что-то сильно испугало, либо там дышать нечем было, либо еще что-то. Ну, то есть вот такие вот версии ближе к тому, чтобы объяснить, почему они убежали-то из палатки. Вот это вот пока неизвестно. А бежали они, вот палатка вот здесь стояла. То есть они по склону, и вон на границу леса сбежали. Там в основном... Основная часть погибла, а трое стали подниматься здесь. И дятлова-то нашли вон, где эти березки.
Сегодня у нас стоянка называется «Приют ветров». Ниже перевала, метров на 100-150. «Приют ветров», наверное, потому что здесь такая на границе леса, и со многих сторон никто не загораживает ее. Хотя есть несколько кедриков, берез. Вот. Стоянка такая хорошая. Но если был бы ветер, нас бы отсюда сдувало прилично. Вокруг снег, снизу снег, сверху снег. А здесь вот протаяло немножко на этой полянке, поэтому расположились. Но вот, как и обещали, пошел дождь. Дождь шел всю ночь и будет весь день и всю неделю. Вот, сейчас пообедаем и пойдем вниз к реке. Наверное, самая сложная будет часть. Это спуск 300 метров по вертикали, 5 километров по горизонтали и абсолютное отсутствие дорог. Где еще трава не поднялась. Ну, она все уже здесь поднялась. Ну хотя бы и такое редколесье. Камни пошли. Спустились ниже облаков и в границу хвойного леса. Трава еще не очень высокая, поэтому идти достаточно комфортно. То есть идем по такому водоразделу небольшому, без больших падений высоты и набора. Потихоньку по направлению к лозьбе пока двигаемся вполне комфортно. Так. Вот она, лозьва. Посмотрели лозьву. Такая речка, шустрая. Воды вроде достаточно, но сложность 2 с элементами 3. Порогов не видели, но постоянная шевера, считай, идет. Нужно очень сильно маневрировать. Такие мини-бочки кое-где есть, без порогов. Поэтому порогов нет, но технически непростая, конечно. Надо будет камешки объезжать. Поэтому сейчас сместимся вниз на слияние с ручьем. Там более-менее стоянка хорошая. И оттуда уже будем стартовать. Нет, это не лыжный. Вейдерсы. А вот это... Это что-то нормальные такие. Причем разные. Мхом уже порос. Оп. Три весла. После ливня, который мы переждали под тентом, появились две новости. Одна хорошая, другая плохая. Первая новость, то что камни утонули. А вторая не очень новость, это то, что река из двоечной категории превратилась в трешную.
с очень-очень быстрым течением. Поэтому сейчас непонятно, что делать. Поддержать? Не, не надо, каждый делает сам. Вот так заходить. Самое главное — уйти от берега. Вот, вот здесь можно вот так вот сесть. Вот. Поджопник. Все. Прошли 1,5 километра по речке, даже в одном месте переносили уже. И на одной расческе получился киль у нас, вот, с переворотом. Но глубина по колено, поэтому не страшно, но искупаться пришлось. В этом же месте мы встали. Сейчас, в принципе, уже 10 часов. Вот. И завтра утром опять дожди будут. Будем смотреть уже по погоде, дальше двигаться. Начинается первый чисто водный день пути. Вчера был пешеводный, немного купальный. Прошли 1,5 километра всего. Сегодня также идет дождь. Вот. Пару слов про Лозеву. Во-первых, это самый северный участок водного маршрута Буд, как я уже говорил. Под эту локацию я предполагаю, что будет отдельный пешеводный маршрут. И вот мы как раз поэтому ее и смотрим. Если говорить про характер реки, то падение очень солидное, где-то 8-10 метров здесь на километр. Вот. Сложность реки 2-2,5, вот по такой воде большой. По маленькой воде, скорее всего, не пройти. То есть здесь только идти либо по руслу, либо вдоль берега. И в целом по средней уровню воды придется выходить, видимо, на мелких перекатах, вот, если сплавляться. Но проход на покрафтах, в принципе, я думаю, возможен. В целом, это, по сути, первое описание реки, вот этого самого верхнего участка. Есть упоминание, что рыбаки иногда приходят на слияние с Сулькой, речка, левый приток такой солидный. Вот, оттуда уже вроде река поспокойнее и воды достаточно. А вот эти 12 километров от подножия перевала Дятлова до слияния с Сулькой вообще ни одного упоминания я не нашел. Вот, следы мы нашли, что сюда кто-то приходил, причем пешие туристы, вот, и давно, потому что оставили ботинки. Но водного описания их нет, поэтому сейчас вот мы делаем. Перед кустом будет мель. Вот этот остров где? Куст. Там будет мелкое место. Вот туда встали, вышли, провели его и ниже острова. По правой протоке. Да, по правой протоке плюхнулись. Левую не надо. Если вдруг в левую утянет, и не сможете выйти, прямо ее проходить. Она узкая, и перед ней камешки. Будет немножко разворачивать, но главное ее прямо пройти.
Боком сюда, все, ставь, 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 ставь. Вперед теперь, во! Еще вперед, вперед. Все, молодец. Все. Все, я поймаю, есть что. Все, нормально, вообще. Ливень был, все промокло, даже это, как он, мембрана даже промокла, все промокло. Мембрана промокла первая, потом второй слой, потом третий слой и потом самое сокровенное. Вода резко поднимается после дождя, видно как. Вот здесь еще не было только что воды. О, вот так мы сидели, ждали очередной дождь. Вот здесь видно, мы обедали, вот здесь. Был перерыв между дождем, успели пообедать. Потом смотрим, следующая туча идет. Быстренько собрали вещи, залезли под покрафт. И вот пока мы буквально полчаса сидели, уровень воды поднялся. Сильно пошел мусор. В общем, еще, я думаю, минут 20, тут вообще ничего не останется от этой отмели. Ну, в любом случае, через 10 минут здесь вас это смоет. У меня вон там, вон я сидел, уже этот, дальше сапогов, все ближе, ближе, ближе вода. К сожалению, вода прибывает и прибывает, и очередная гроза идет. Плыть по такой воде нельзя. То есть, если бы это было, как мы начинали, по колено везде, то спокойно можно было идти, даже с большим уклоном. В принципе, даже если где-то что-то зацепился, то встал и вышел, как у нас было вчера. А вот по такой воде уже вот так не встать. То есть, глубина уже по пояс, уже опасненько. Поэтому придется ждать падения уровня воды. А вода все прибывает и прибывает. Вот сюда вот мы вылазили, здесь еще было, наверное, вот так. Это вот час назад было. Да вон, смотри, комар, песком ходит. Так, сегодня у нас какой-то уже день, среда. Такая легкая рыбалка превращается постепенно в борьбу за выживание. Два дня, даже два с половиной нас заливало ливнями. Те, которые прилично залили и московский регион, и всю остальную Россию. Здесь они, видимо, встретились еще с чем-то холодными массами. И совсем такие очень мощные дожди прошли. Вода поднялась очень сильно. Мы сидели, вчера обедали, сделали полудневку, потому что плыть невозможно. И мимо нас проплывали такие деревья, елки подмытые. То есть весенняя вода абсолютно. Сейчас вода немножко упала, сантиметров 15, наверное, 20. Но в целом на том же уровне, вот, на котором мы стартовали водную часть, поэтому решили снова пойти. Вот. В целом кажется не так страшно, как вчера, поэтому также потихоньку будем идти. Вот, видишь, он стоит. Вот здесь, если я сяду, он уже пойдет туда.
я сразу нос разворачиваю. И все, вот этим вот, раз, грибою, все, я вот уже вышел. Главное вот здесь отработать. Видели? Все. Поехали тогда потихоньку. Так, ну чё, дошли мы до Сульпы, 15 километров, это первая будет видеофиксация и описание сплавного участка по верхней Лозьвы. Дальше уже есть упоминания, а вот здесь вот будут упоминания только наши. Что скажете, команда? Огонь! Отлично! Живы! Виталий, кричи! Пётр, ты безумец! Вот Сульпа, она идет поверху. Здесь воды еще больше. В лесу идет и продирает новое русло. В общем, первые 15 километров Лозьвы от перевала Дятлова можно оценить смело на категорию 2,5. Проходимо только по большой воде, либо после дождей. Уклон где-то падение воды, я думаю, больше 10 метров на километр. То есть такая сплошная шевера первые 15 километров с резкими поворотами, прижимами, расческами. Сплошных завалов мы не нашли, не увидели. Но расчески иногда 2/3 реки перегораживают, причем в тех местах, где без остановки на противоположном берегу не пройти. Вот. Троечный сложно назвать категорией, потому что классических порогов здесь нет. Такой парочку было сливов. Но порогами их сложно назвать, поэтому третью категорию не натянуть. Но 2,5 железные со сплошной мощной шеверой есть. Если воды будет мало, конечно, здесь не пройти, потому что это будет камнежопинг и шкуродер. После слияния с Сульпой Лозьва стала широкая. Уклон заметно снизился. Особенно на прямых участках тут вообще можно, ну, не то чтобы спать, но... Так, поглядывать, чтобы на камни не налететь. Вот. Но тихих мест пока нету для того, чтобы ловить. В принципе, мест для рыбалки особо не было. Ну и по такому уровню воды не факт, что мы что-то поймаем. Очень много воды. Начались завалы, при этом... Уровень воды настолько высокий, что окрестный лес весь затоплен. И с левого берега ходили везде затоплено, и с правого берега. И непонятно, куда девается река, она растекается. Много-много-много разных рукавов. И везде завалы, 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 завалы. Сейчас перекусим и пойдем искать выход из этого лабиринта. Сначала пешком, а потом не пешком, надеюсь. Такая вот жопа тут. Ну что, все индейцы тут? Поехали. Тяжелую часть впереди.
Все, 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 все. Не, все. Вот здесь глубоко. Смотрите, где у меня нога, всех предупреждаю. Вот здесь вот под деревяшкой глубоко. Тоже глубоко? Да. Наверное, надо по той стороне. Вот сюда. А здесь глубоко? Вот здесь вот нормально, вот сюда. То есть здесь я пройду, а потом сюда перейду? Да. Прям каждый шаг нащупываете, вот здесь вот идти. А вот здесь уже глубоко. Вот, на этой поляне все складируем. Дальше продвигай, потому что сейчас будут приходить. Это ты хоть это снимаешь? Да? Как без этого? Вот здесь складируем все. Самые дорогие кадры в истории. Там поляна накрыта. На сапе плывем. Так, вот сюда запарковаться, да? Я переходил туда-сюда. Так, подожди. Все, по крафту вон давай выноси, чтобы был еще. Поплыли, вылезли из завала. Пошел, как всегда, дождь. Но река подсобралась. Все, давайте смелее, смелее, сюда. А там что дальше? Пешком. Очень непростой участок был. Лозьва делится на многие притоки, десятки притоков. И ты выбираешь самый крупный, он все меньше, 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 меньше становится. И когда вроде казалось бы, что сейчас все уже будет вообще не проход, начинает подходить справа, слева, справа, слева. И вот опять лозьва собирается и становится широкой. А там полностью затопленный лес, огромная площадь. Вот, еще и туман. Дождик кончился только что. Мы как раз сложное место проходили в дождь. Везет нам на погоду. Помахайте веслами! Оу! Денек опять был веселый, прошли 33 километра, весь день шли, хотели раньше встать, но не получилось, лес затоплен, сейчас весенняя вода, половодье, все смывает, деревья плавают, все берега под водой,
И вот только первый берег, который мы через 30 километров нашли, высокий, вылезли на него уже после слияния с Ахтылом. Вот, опять весь день нас заливало. Ни о какой рыбалке речи не идет. Хотя рыбки уже хочется, колбаса надоела. Но самое главное, что вот вечером дождик кончился и есть возможность подсушиться. Потому что, во-первых, на валах все вымокли, еще утром заплескивало через весь пак. Потом еще сверху дождем намочило. Короче, было весело. Ну и потаскали тоже. И погребли тоже. В общем, все хорошо. Так, сейчас посмотрим, насколько упала вода. За ночь. Вот отметка вечерняя. И вот текущий уровень. Сантиметров 10 максимум из метра ниже. Лучше, но не особо. Виталий сворачивается. Угу. Чего у тебя? С одной стороны тент даже высох. Немного, да? Да, в продолжительной осадке удобно, когда есть внутренний слой отдельный, который вот так встает. Вот она сухая. И внешний слой, который отдельно отстегивается. Он с внутренней стороны, потому что конденсат сырой. И с внешней стороны сырой, потому что дождь. Вот, и я его отдельно заворачиваю в пакет, а та палатка остается сухая, внутренняя. А так как дождь почти всегда идет, то вот мы как с самого начала, она так и не высыхала. То есть здесь от конденсата не высыхает, с той стороны от дождя не высыхает. Но внутренняя часть сухая. Но не все палатки, не все конструкции палатки позволяют так. У нас сегодня по плану километров 10, не больше. Но и будем уже пробовать что-то ловить. Первая мысль — это попробовать заливы, которые здесь сейчас многочисленные пойдут, прочесать на предмет щуки. Сейчас мы в 5 спиннингов или в 4 спиннинга, наверное, ближайшие несколько часов попробуем что-то поймать на обед, на ужин. Если щука не будет кушать, ну, будем что-то другое пробовать искать. Перекаты все под водой, галечники все под водой, поэтому таймень и хариус скорее нет, а щука, вероятно, да. Опять скрипит потертое седло. Так, я вроде тоже все готов. Поехали! Опа. Слушайте, а чё дождя-то нет? Чё случилось-то? Непонятно. Где? Я не знал, что мы так раньше рано выплывать будем. Будет дождь, будет. А, дождь-то где? Где сейчас вот щука? В таких заливах или на течении, непонятно. Таймень попался. Больше килограмма. Отпускаем.
Ну, наконец-то обрыбился. Уже встали, пообедали, высушились. Сейчас время 3 часа дня. До обеда у меня была поклевка щуки, примерно понятно, где на выходе залива под корягами. Сейчас вот искал варианты другие на течение, и много забросов из-за этого течения быстрого не получается сделать, но вот это вот прям был нужный коридорчик, нужное течение, нужное место и положение по крафту кинул по диагонали к берегу, и он где-то с метров 10 от берега взял. Фух, 1,5 килограмма. Я думал, вообще без рыбы останемся, но вроде это, одна есть. Ловлю в основном на вертушку, примерно 4-го номера, 10-граммовую. Одну уже оторвал, переходил на джиг в этих, в заливах, но ничего. Она по течению плоховато идет, если против течения. Поэтому, когда сам сплавляешься и от берега отводишь, то еще более-менее. А так крупновато. Или вот так, например, вариант выкидывать на течение и постепенно сюда вот она смещается к берегу за тишок. Несмотря на то, что течение не такое быстрое, как в верховьях, все-таки расчески есть, поэтому расслабляться нельзя, нужно вовремя из-под них выходить. Чуть-чуть задевался, то можно пробить колесо. Вот сразу за этой расческой хорошее местечко. Не успеть. Вот тот берег можно заброс сделать. Все, успеть. Нет, тоже не успеть. Вроде хорошее местечко, но несет на очередную расческу. Когда в безопасности, можно кидать. Такой вот затончик тоже не работает. Перешел на резину. Сейчас немножко прокидаю резиной и дальше. Фига, сколько воды. Ну, еще весло утонуло. Ну-ка, что тут? Сразу видно, сезон еще не начался, пустая полка. Комарья. Обычно, когда середина сезона, здесь там крупы, соль, все, что остается. Тут ничего. Место называется База Ильича. Вот домик, внизу можно размещаться, сверху там хранят иногда бензин, иногда какие-то дополнительные девайсы, и отдельно баня стоит. Видно по следам, что Уралы приезжали в этом году уже.
раз, наверное, один до дождей. Один Урал приехал, может быть, парочку максимум. И все. Следы тоже до дождей. После дождей никто сюда не ехал. Ну и понятно, тут сюда не доехать. Баня. Дрова есть. Чистенько. Ой, не видно. Тут печка с камнями. Тазики. Ведро для холодной воды. Все цивильно. Запах тоже хороший. Первоуральск, Челябинский завод станочного оборудования. Добрались. А, вот тут чего только нету. Да, здесь прямо графика. Чайковский. Эти, в основном внедорожники. Угу. Вышли от базы Ильича и сейчас до стоянки идем. Оставаться там не стали, грязновато. Плюс мушкары дофига. Плюс если кто-то приедет, то будет дискотека. Обычно Уралами массово приезжают. Сейчас, конечно, вряд ли. Воды-то еще много, но всякое может быть. Да, вообще... Приятное местечко, а не то, что на этом Ильиче. Видишь, 5 пинков под нас пятерых. Только вот этот пенек на одно полужопие. Рыба. Там что-нибудь написано? Рыбы нет. Рыбы нет написано? Ну-ка. Точно. Виталий, выгляни. Нет. Я это что? Покажу, какой у тебя вид. О, севью. Самые козырные. Первая линия. Обменялся. У меня вторая линия. У тебя тоже севью? Да-да. Тебе только пеньки убрать надо, у тебя пеньки вью. Так, мы сегодня расположились. Готовится еда. Готовится костер. Сегодня даже нет дождя пока. Удивительно, пока. Ну, обещает, конечно. Вот, но у нас все готово. У нас все готово. А у вас глэмпинг в лесу, как водится. Так, отчаливаю с последней стоянки, предфинишной, до финиша 12 километров. Я чуть пораньше стартану, здесь справа сейчас будет заливчик. Попробую там все-таки найти рыбу. Вода, наверное, сантиметров на 20 еще упала.
Кусты еще в воде, но кое-где галька обнажилась, поэтому, может быть, даже получится с берега ловить. Ловим завальчик, который хрустит под ногами. У меня там маленькая блесенка. Зацепилась легонечко. Ой. Подожди. Подожди, я тебя возьму. Есть одна. Распечатался по щуке, наконец-то. Такое нестандартное место, большой завал, ходил там, тоже пытался, внутри завала ничего не было. Вот снаружи, сначала вот здесь вот у меня хариузок сошел, небольшой, а вот здесь вот за спиной травка такая интересная. И вот она под травой стояла, грамм 600, наверное. А что вы тут делаете? Что мы ждем? Ну-ка, покажи рыбу на камеру. Шук. Темный. Хорош. Не набитая вообще. А? Не набитая. Ну, стандарт. Нет, что-то это... Не сказать, чтобы дохлая. Вот, поели. Теперь можно и поспать. Теперь можно и половить. Вот так невзрачно впадает ауспия. Можно даже пропустить. О, вода другого цвета, да? Смотри. Вот здесь темная, а вот здесь светлая. Да, нечто и горная вода. Сыгры. Тут у нас рыба.
небольшой итог нашего путешествия. В целом, пешеходный маршрут через перевал Дятлова и верховье Лозью имеет место быть, но по воде выше среднего, если. В целом, это, наверное, июнь, либо так подгадывать после дождей, либо осень. Если вода низкая, то там будет шкуродер, потому что падение воды очень большое. В целом, верхнее течение Лозьвы – это сплошная шевера с камнями, с резкими поворотами, с расческами. Мощный завал был только один, ниже впадения Сульпы, который мы относили слева. То есть слева русло тяготеет влево, соответственно, этот завал лучше проходить с северной части, северной стороны. Вот. Потом Лозьва делится на несколько притоков, там просто выбирать который, тот, который покрупнее. Вот. В целом, вот все сложности. Перевал Дятлова, он и в Африке перевал Дятлова, поднимались по тропе вдоль Ауспии, ну и сплавлялись потом. С погодой нам, с одной стороны, повезло то, что вода была высокая, с другой стороны, не очень повезло, потому что вода была высокая, и рыба не ловилась, мы рассчитывали на рыбу. Но все равно что-то свое поймали мы, маршрут вовремя закончили, все прям как и планировали, поэтому на карте Большой Уральской тропы это будет отдельный маршрут, будет водный маршрут, который начинается от базы Ильича, как правило, будет пешеходный маршрут через перевал Дятлова, ну и будет пеший маршрут на перевал Дятлова, ну и окрестные вершины типа Холодчахли и Атартена. Вот такие краткие итоги.